а перед вами Mercedes E-класс. И здесь мы делаем раздвоение выхлопа, разводку на две стороны без банки. Здесь она уже на тюнинге, такая очень нарядная машина, и нам очень приятно брать такие машины в работу, потому что здесь в принципе не такие сложные работы, но в целом, когда клиент слышит первый раз запуск двигателя, он всегда восторгается. Турбовый движок, едет она тоже довольно-таки неплохо. Но вот в чем подвох, вот в чем вопрос. Напишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, какой здесь объем на этой машине? Кто правильно напишет, тому 10% скидка на любой тюнинг, на любые насадки. У нас тюнинг-студии «Ультравыхлоп». Погнали смотреть, как все получилось.